Обычно в яйцеклетку проникает только один сперматозоид. Наряду с другими хромосомами у большинства животных он несет X или Y-хромосому, от которой зависит пол зарождающегося организма. Когда один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку, ее оболочка утолщается, препятствуя проникновению других сперматозоидов. В яйцеклетке ядро спермии набухает, ядерные оболочки растворяются, ядерный материал яйца и сперматозоида объединяется. Зародыш на этой стадии называется зиготой и представляет собой диплоидную клетку, которая в дальнейшем делится митотически. Эти деления называются делениями дробления. Первая борозда дробления разделяет зародыш на две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом.